Женщины в метании молота и мужчины в метании диска, которые соревнуются в Адлере, успели выполнить только по одному броску. Соревнования же женщин в прыжках с шестом на стадионе Югспорта перенесли на несколько часов. Прогноз погоды неутешителен. Сейчас тренерский штаб сборной России решает, что делать дальше. На первом плане отмечают организаторы здоровье спортсменов. В целом же командный чемпионат России по легкой атлетике является отборочным на участие в командном чемпионате Европы, который пройдет в июне в Чебоксарах. По результатам этих соревнований будет определен состав сборной страны. Здесь же отберут участников Всемирной универсиады. Это, собственно, первый старт отличной сезона, поэтому от этого много будет зависеть. После чемпионата мира многие спортсмены пропускали один год, отдыхали. И сейчас назвать фаворитов очень сложновато. Очень сложновато. Вот после этого первого старта кто-то что-то появится. Бег, бег с препятствиями, с барьерами, прыжки в длину, высоту, с шестом, метание диска, копья. В программе чемпионата весь спектр легкой атлетики. Завершиться турнир должен 29 мая.